Лошара. Лошарик. Лошадка опять пришла. Опять лошадка уже ночью. Ну как ночью? Лошадка. Нужно. Эй. Чуси лошадка. И что это за милота? Утренняя добыча. Вчера попытка не удалась. Я потому что пшеницу, ведро, торопился. Надо эту дверь, ладно, открою. А сейчас вот овес. У меня отца просто мало тут. Бывает же такое, да? Сзади не подходите. А, ну, это я уже сделала. Какая-то аккуратненькая, подстриженная. А? Халёси. Кто ты, кобыла? Нет, кобыла. А весной тоже кобыла была? А там я не помню. Как я любил лошадей в армии, когда служил. Ой, какая любовь, ну. А у меня вот ничего, ни оголовья, ничего нету. Ну вот, чтобы одеть, покататься. Вот, по всей видимости, естественно, она в это, ну, обученная. Халёсия, халёсия. Так, давай я закрою тут. Кормить. Немножко подержим. Ну, можно просто объявление дать, что я вот... Я уже сообщил. Уже сообщил в Корчино там. Бывшему председателю, ну там они разберутся. Такая красотка. Сказал, коричневая лошадь. Но я так и не сказал, я говорю, темно было, я не видел. Тут, по-моему, никаких пятнышек и даже ничего. Она не беременна? Знаешь, на кого похоже? Ну, может быть, ну, на начальных стадиях. Вот, похоже, вот у Калашников была ласточка. И вот, ну, чем-то вот похоже, в принципе, она такая вот, такая, наверное, и была. А у нее на челке типа коса была заплетена или что? Я что-то не понял. Как, что? Челка такая, это, или она просто так? Просто это вот этот репей. Шлялась где-то, убежала от кого-то, да? Ну смотри, она какая ручная. Ну. Халёсия, халёсия. Ну, я так любил лошадей. Вон ребятишки теперь смотрят. Лошадку нашу смотрят. Ну. Как я люблю такие носики мягкие. Да. Вот пришла, овса получила. А так бы что бы ты там? Лежит на поле. Эх, не знаю, то ли сходить в это где-то поискать, одеть бы, поездить бы на ней. Зафыркала. Да, молодец. Так, и что ты фыркаешь? Пускай, значит, короче, по ограде походит пока. Так, ну-ка потрогаем. Хорошая лошадка. Какая она, правда, приятная. Вот интересно, да, живешь на деревне, раз, чик, утром проснулся, лошадь у тебя появилась. А что, стесняшка, что ли, морду свою отвернула? Ой, и самое главное, навоз, лошадиный навоз. Да. Сейчас мы получим, что-то на хвост подняла. Удобрение, да? А нет, что-то в это, потому что самый крутой, говорят, лошадиный навоз. Ну-ка, умеешь ногу давать, лапу? Сейчас посмотрим. Дай, тихо, дай. Ой, молодец, какая она ногу умеет давать. Ой, какая молодец. Какая она умная, все умеет. Ох. Ладно, ты не вороти мордашечку. Кушай. Водичка тут попьешь. Ну, вот так вот, что ж. Ладно, я там открою. Пускай походит здесь. Пока, если я все тут покормлю, там, если что, найду эти оголовья, схожу, если найду это, ну, а нет, значит, нет, отпущу ее. Она все равно далеко не идет, она здесь вот ходит. Ей же пастись надо, кушать что-то все равно.
хорошая, как ты мне нравишься. А? Хорошая лошадка. Лошадь очень умное животное. Да. Что? Да. Лошадку хотите посмотреть? Да. Мы хотим туда зайти. Да? Да. Ну, сейчас папа придет. Мы зайдем. Вот еще зрители тоже хотят посмотреть. Да. Давайте их загоним. А что? А что, пусть посмотрят на лошадь. Пила тут. Да, пила лошадка. А мы можем туда припрыгнуть, и ничего. Ага. Ой, какая вкуснятина. Ой, лошадки, вкусняшка. Козы такие, ну что за животное тут? Доброе, аль худое. Лучше к своим хозяевам подойдем. Лошадка. Я думаю, что она тебя убьет. Малыш, сейчас с папой подойдешь. Такие, так, лучше мы бочком. Мама, я хочу к тому столбу. Ну, потихонечку. Можешь малыша за руку взять? Идите за руку. Да куда? Ну, просто. Главное, сзади к ней не подходить. Она может легнуть. Коля. У нас всякие существа. Вон единорог ходит. Коза с одним врагом. О, у нас уже появился драгоценность. Ага, точно, кучка вон. Кучка. Все, принимаем заказы. Сейчас расфасуем по маленьким пакетикам, в город повезем, да? Ну что, возьми малыша, поздоровайтесь. Пойдем. Поздоровкаемся. Скажем, здорово, лошадь. Это просто невероятное событие и, как это сказать, явление в нашей деревне. Да. Вот именно в данный момент. Это равно тому, что мамонт пришел. И в тихий. С папой иди, подходи. Такая без овса ты мне не шибко-то интересен. Коза номер два, это лошадь. Интересно, она, наверное, такая была голодная, что прям к тебе-то пошла поначалу. А сейчас ты ей уже не сильно интересен. Уши когда прижимаешь, значит, что-то хочешь сделать. Поэтому в этот момент как раз и не надо с ней подходить. Ну, что ты боишься? Ты, да. Ну, видишь, как бы много ребятишек еще. Ну, сейчас еще козы. Цветной такой. Ладно. Ну, коза-то что она? Коза, да, коза. Вдруг она коз никогда не видела. Может быть. Козы на нее с опаской смотрят, она на них. Ну что, хотя бы так посмотрели, ребята. Да пойдем, не бойся, что-то теперь уже мы уже все свои как бы. Сейчас еще раз позвоним. Ага. Ну, там все сообщат, кому надо, куда надо, приедут. Эти рогами бьют лошадь. Шугается. Скажет, что за ерунда. Папа, смотри, какой Лего. Вон они нырнули в тот загончик. Да, смотри, какой Лего. Не нашел я ничего, поэтому ладно, так просто посмотрим и все. А. Как лошадка говорит? Ну-ка, сейчас отца принеси. Да пусть ходит. К лошади не подходи только, ладно? Мама, назад не надо. Мы давай сюда присогнем.
Малыш, иди к козам заходи. Да. Вот так. Что, мама? Ириней, иди сюда. Палку брось. Ты смотри, что делает. Он берет, не ломает забор. И тише. Не ломай забор. Иди, где заходил. Мы сзади и сзади. Не бери палку, иди сюда. Иди сюда. Подальше, слушай, ты что тут? Нет, не орехи, это зерно. На. Ладошку надо держать прямо, чтобы она, если будет, чтобы не откусила руки. Ой, колесие такое. Скажут, кто это тут такие, да? Хорошая моя, хорошая. Ну. Ешь, ешь. Запах такой, да не дрыгайся, она вон тоже сипуется. Стойте спокойно. Резкие движения нельзя делать. Да, помню, когда в армии были лошади в это, ну там своя лошадь чистишь там и сзади зайдешь и залезешь, то есть, ну самое главное, чтобы она видела тебя, что ты делаешь. Понятно. Ирине, иди сюда, погладь лошадь. Руку давай свою. Руку свою давай потихонечку. Не тихо, отойди. Не хватит тебе она, ну ладно, не морай руки, иди. А ты так привыкнешь зерно таить. Потихонечку, ты погладь, хочешь? Потихонечку, подойди. Не бойся, только все плавненько. Руку. Ну, руку, руку, гладь, гладь, гладь ее. Поймали только первую. Папа, помоги сейчас. Ай, ты колесненький, колесненький. Тихо, стой, стой. Куда? Нельзя назад подходить. Уйди, вот сюда только можно. Потихонечку, пешочком. Ириней, к тихий, уйди. Да. Козлик смотрит сзади, скажет, что это там такое, да? Вот какая радость Бог нам послал. Много ли надо этот тон? Контактный зоопарк. Понятно, что лошадь это сейчас роскошь для нас. Поэтому ну так тут временно. На денечек. А почему убежала-то она? Оторвалась бы, убежала. Ну, то есть у нас бы была лошадь, она бы могла взять бы и убежать. Так получается? Конечно. Ну что, счастливый? Эй, друг. Такой вот. Хороший, дай чменюга. Как тебя зовут, Ласточка? Ирине, не бегай сильно. Ты не беги, малыш. Ты непривычный. Иди к козам, поиграй с ними. Да. Давай, залазь с ним.
собачки, знаешь, она для того, чтобы спал. Че, хорошо на улице? Лучше, чем дома сидеть? Ну ладно, все, давай, не работать надо, пойдем. Пойдем, малыш, во дворе гулять. Папе работать надо, пойдем. Вылазь. Да-да. К Евтихию иди. К Евтихию. Давай вот так вот. Где Евтихий? Вот туда. Ну, давай. Давай быстрее. Ну все, пока. Будем ждать, пока тебя заберут. А то не прокормишь. Ну, судя по зубам, она уже не молодая. Да? Угу. Ну, как бы так, не шибко старая, но и не молодая тоже. Когда сильнее еще старая будет, все, губа такая висит. Ну, так, в спокойном состоянии. Но лошадь упитанная, молодцы, хорошо. Ну, видно, что подстрижена, то есть, ну, как говорится, чья-то. Не паршивая. А весной меньше была какая-то, да? И шуганная. Да почему меньше? Не меньше, такая же, может быть, просто шуговатая. Да? Так, ты давай мне эту, не эту, тут ничего не делай. Не ломай, да? На. Что, съела все? Так, ну это... Ну посмотрите, это чудо! Нам на память от нее. Это же удобрение. У нас будет ну, что, вот она такая тут картошка. Сегодня мы прощаемся с лошадью. Лошадь поздоровалась и все, да? Ну не знаю, сегодня дождь пошел. Держись, держись. Ну-ка. Надо туда, вот ага. Я не вот эти беру, я не беру, а по железной дороге, не находи вот эту дорогу. Это дорога, которая как бы в кайфе. Нет, не в кайфе. Ты вот будешь по ней ехать, возможно, у тебя с правой стороны, вот здесь покажется бригада, там стоит пяток, увидишь, это, может быть, она справа. Но она не справа, она слева, Чатниковская. Это где? Это в порт. Вот
ты вот должен между их. Вот ты такой занят будешь ехать. Раньше она такой прям, потом ведушками, сейчас полки. Вот. И если клетка ровная уже будет видеть, ты можешь перескочить вот на эту дорогу. И вот эта дорога, она будет идти прямо. Вот. И по ней иди, и мы тебя где-то перехватим. Вот, на, или на этой дороге, или на этой тебя увидим. Перехватим. И нам потом, даже тут на эту дорогу попадем, там будет такая старая посадка. Вот. И ты стараешься от старой посадки уже уходить вот так вот наискось, вот так вот, и придешь вот сюда вот. У тебя телефон с собой? Да. У тебя есть его телефон? Да, да, да. И вот все, и вот здесь вот семь. Да. Где-то все, вот, здесь вот расстояние между этими дорогами тоже клетка? 2 километра, да. 2 километра? Да, ну клетка. Одна. Они гонят 2 километра где-то. Где 1.5, где 2. Ну, в общем, пределы 2 километра. Вот. Они ровные уже там, когда ровные. У вас было дома. У меня есть. Есть, а пускай еще будет. Давай еще одну мне давай. Давайте, да. Подумать о душе никогда не поздно. Нет. Я вообще протестант. Да? Я в тюрьме уверовал, протестанты к нам приезжали. Так вот, надо отключить. Виктор Иванович, курить. Да, сейчас вот Борька поехаешься и закончишь курить. Да. Слава Господу. Да, слава Богу. Так, ладно, ну что там в это, я не знаю, как мне эти сиглоты будут. Ну а что ты по стременам-то сядешь и почувствуешь? Все нормально по ногам? По ногам? Вот так вот. Какая свобода, я сейчас полечу. Где будет низкая перина? Да, да, да. Давайте, да. Получается, когда в 2004-м я с армии пришел, это сколько, 18 лет назад, я служил в президентском полку, почетный кавалерийский эскорт. Вот, мы на конях ездили. Вот, тогда я спрашиваю, есть у тебя коня в отношении, переживаешь. Давай, Леша, дайте. Если что, звони. Ну, спасибо вам за все. Дай Бог вам. Спасибо вам. А он сейчас куда пошел? На линию или как? Ну, он там где посмотрит, где пересесть на ту сторону линии. Слушай, прям казак, казак. Ой, сильно он кричал. Мечты сбываются. Мечты сбываются. Давайте, с Богом. Вот мы едем с лошадкой, слава Богу, едем по осенним лесам, красиво все, лошадочка такая тут, впереди железная дорога, и сзади хвостик лошадки. Давай, давай, лошадка, давай, далеко нам еще ехать, однако, ну ничего, с Божьей помощью, да? Трясемся как следует. Если хотели верхом покататься, вот тебе, пожалуйста.